побежал, пока настанут имена, когда вырву кусок мяса, и это криминал. Имена перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя Хитманьяк. Ты должен быть умнее, чем король. Конец близок. Я уже говорил тебе, что не желаю слушать эту чушь. Значит, я попусту трачу время. Больше не нужно прятаться Джайна. Он улетел. Простите, учитель, я услышал ваш разговор и... Я и рассчитывал на твое любопытство, дитя. Эти глупцы убеждены в том, что наступает конец света. Ходят слухи, что в северных землях свирепствует чума. Вы думаете, это болезнь порождения магии? Весьма вероятно. Вот почему ты должна отправиться туда и найти причину эпидемии. Я договорился о том, что тебя будет сопровождать один человек. Да, учитель. Я сделаю все, что смогу. Не сомневаюсь, дитя мое. В добрый путь. Принц Артес, мы ждем уже несколько часов. Вы уверены, что ваша знакомая все-таки появится? Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. Мы должны помочь ей. Уберите меч, капитан. Она сумеет постоять за себя. Господа, я рад представить вам мисс Джайну Праудмур. Воспитанницу Кирин Тора и самую талантливую волшебницу этих земель. Похоже, ты не потеряла своей хватки. Рад тебя видеть, Джайна. И я рада, Артес. Давненько меня не сопровождал сам принц. Да уж, пожалуй. Кажется, нам пора в путь. Насколько нам известно, чума зародилась к северу отсюда. Мы должны осмотреть все поселения вдоль Королевского тракта. Я служу свету! Свет дает мне силу! Конечно. Разумеется. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу! За моего отца! Они получат по заслугам! Разумеется. Будет исполнено. Во имя правосудия. Конечно. За честь и отвагу! Конечно. Я служу свету. Жалкий глупец. Разумеется. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу! Конечно.
За честь и отвагу! Разумеется. Я посмотрю. Звучит неплохо. Интересно. Звучит неплохо. Принц Артес, с мостом что-то не так? Обучусь об этом. Интересно. Звучит неплохо. Я позабочусь об этом. Я посмотрю. Интересно. Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Разумеется. Я посмотрю. Во имя правосудия. Смотри. Я служу свету. Конечно. За честь и отвагу! Приветствую вас, милорд. Не силу. Отличный план. За честь и отвагу! Отличный план. За честь и отвагу! Что прикажете? Я служу свету. Разумеется. Отличный план. Где враг? Свет дает мне силу. Конечно. За честь и отвагу! Во имя правосудия. Милорд, какие-то твари разобрали дальний конец моста. Через реку можно перебраться другим путем. Но это довольно опасно. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. За честь и отвагу! Разумеется. Конечно. Милорд? Перережем их всех! По поводу налогов я сейчас все объясню. Спасайся, кто может! За честь и отвагу! Они получат по заслугам. Грабим город! Спасите нас! Во имя правосудия. За моего отца! Конечно. Поздно просить пощады. Жалкий глупец. За моего отца. Жалкий глупец. Спасибо тебе, храбрый воин. Прими это в знак моей благодарности. Где враг? За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. За моего отца! Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу! Поздно просить пощады! Отличный план. Они получат по заслугам. Разумеется. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу! Поздно просить пощады. Не нужно кланяться. Разумеется. За честь и отвагу! Разумеется. За честь и отвагу! Милорд. Конечно. Неподалеку находится древний источник. Согласно легенде, его святая вода способна исцелять раны. Это может нам пригодиться. За честь и отвагу! Разумеется. Они получат по заслугам. Во имя правосудия. Отличный план. За честь и отвагу! Отличный план.
поздно просить пощады. Свет дает мне силу. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Разумеется. Отличный план. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Отличный план. За честь и отвагу! Конечно. За моего отца! Это забавно. Я служу свету. За честь и отвагу! Отличный план. Жалкий глупец. За моего отца! Теперь я действительно зол. За моего отца! Разумеется. За моего отца! Конечно. Разумеется. Конечно. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу! Разумеется. Готовьте щиты! Стрелы не пробьют их! Защищайтесь! Скелеты! Уничтожить их немедленно! Не нужно кланяться. Что это за твари, сержант? Нежить, милорд. Вся деревня словно обезумела. Мы старались защитить жителей, но... Кажется, мы нашли корень всех зол. Как скажете. Где враг? Конечно. Разумеется. Конечно. Я служу свету. Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу! Конечно. Разумеется. Конечно. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу! Да, сэр. Я служу свету. Разумеется. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. За моего отца! Конечно. Не нужно кланяться. Разумеется. Отличный план. Разумеется. Конечно. Разумеется. Поздно. Должно быть, это и есть тот источник, о котором говорится в легенде. Любой, кто испьет воды, освященной божественным светом, обретет исцеление. Где враг? Не мешай мне думать. Не нужно кланяться. Конечно.
За честь и отвагу! Отличный план. За честь и отвагу! Разумеется. За честь и отвагу! Кажется, будто вся земля вокруг амбара пропитана смертью. Как ты думаешь, может ли это зерно быть заражено чумой? Надеюсь, что нет. На ящиках печать Андорала, торговой столицы северных земель. Я даже представить себе боюсь, сколько деревень будет охвачено эпидемией, если зерно действительно отравлено. Во имя правосудия. Не нужно кланяться. Что прикажешь? Во имя правосудия. Жалкий глупец. Поздно просить пощады. Не нужно кланяться. Разумеется. Звучит неплохо. Где враг? Конечно. Жалкий глупец. Отличный план. За моего отца! За честь и отвагу! Отличный план. Я могу помочь. Я служу свету. Конечно. Где враг? Да, сэр. Так точно. Будет исполнено. Так точно. Да, сэр. Так точно. Будет исполнено. Так точно. Мир вам. Мы, жрецы из Кель-Таласа, пришли, чтобы исцелить эту землю. Мы высоко ценим великодушие эльфов. Земля вокруг второго амбара тоже заражена злом. За моего отца! Разумеется. Отличный план. Конечно. Во что это вы стреляете? Разносим по костям этих чертовых скелетов, сэр. Горящие деревни прямо кишит ими. Мне нужна ваша помощь. Нужно уничтожить амбар на окраине деревни. Прикажете открыть огонь? Разумеется. Конечно. Во имя правосудия. Жалкий глупец. Отличный план. За честь и отвагу! Они получат по заслугам. Да, сэр. Не нужно кланяться. Отличный план. Разумеется. Это забавно. Интересно. Где враг? Отличный план. За честь и отвагу! Отличный план. Разумеется. Конечно. Разумеется. Отличный план. Мы раскрыты, братья. Уходите
и продолжайте действовать по нашему плану. Увы, я не могу остаться с вами. Меня ждут дела. Кажется, это создание собрано из кусков разных тел. Давай сначала убьем его, а потом будем рассматривать. Во имя правосудия. Теперь я действительно зол. Конечно. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Прикажете открыть огонь? Ты можешь быстрее? Иду, иду. Я служу свету. Разумеется. Отличный план. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Отличный план. Я посмотрю. Свет дает мне силу. Да, мой друг. Да будет так. Во имя правосудия. Конечно. Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Нужно уничтожить этот амбар. Жалкий глупец. За моего отца! Жалкий глупец. За моего отца! Жалкий глупец. За моего отца! Конечно. Что это было? И кто этот маг в черном? Думаю, некромант. Наверняка это чума. Его рук дело. Готов поспорить, что мы встретим его в Андорале. Там мы найдем ответы на все вопросы. Добро пожаловать в сказку Хитмэниака.